Сегодня мы тестируем Volkswagen Jetta Wagon TDI. Ну вот, многие могут сказать, дизельный двигатель, он же такой немощный. 236 ньютон-метров крутящего момента у двигателя 2.0. А внутри вас ожидает масса опций. Push-start button, навигация, панорамный люк. Все это и многое другое вы найдете в Jetta Wagon. Благодаря конструкции кузова места достаточно как сзади, так и спереди. Плюс ко всему вас ожидает просторный багажник. Зачем вам сухие цифры? Вы посмотрите на этот багажник. Да если сложить заднее сиденье, сюда поместится ваш холодильник. Одним словом, этого пространства хватит практически для любых задач. И это время для тест-драйва. Поехали! Что я могу сказать об этой машине по манере езды? Это комфорт во всем. Комфортные сиденья, довольно мягкая подвеска. Может быть, тормоза немного жесткие и педаль тормоза немного большая, на мой взгляд, но к этому быстро привыкаешь, все же это ваша безопасность. Так как это дизель, то отдельно хочется отметить MPG. 29 MPG по городу и 39 на хайвей. В этой комплектации DSG коробка. Это коробка с двойным сцеплением, что в принципе дает автомобилю дополнительную динамику, и автомобиль очень бодро срывается с места. Вот это бодрый характер.